Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на пятницу 23 сентября. На территории Кировской области ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. В Кирсе днем обещают плюс 10 градусов, в Вятских Полянах плюс 14. В Котельниче, Слободском, Налинске и Лузе плюс 11. В Уржуме и Яранске плюс 12 градусов. В Кирове в пятницу обещают пасмурную погоду. Плюс 11, плюс 12 градусов днем, плюс 7, плюс 8 ночью. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%. Ветер восточный до 2,5 метров в секунду. Световой день продлится 12 часов 13 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на пятницу 23 сентября.